Всех вас приветствую, что мы сегодня собрались на сегодняшней конференции. Сегодня будет презентация компании Libertage. Я постараюсь вам в простой форме объяснить суть компании, миссию компании, что есть настоящая сейчас компания, что будет в будущем. После презентации просьба не расходиться с комнаты. Будет очень важная информация от Елены Любко по поводу карт, по поводу вывода средств. Очень такая хорошая, нормальная информация. А сейчас я рад представить вам компанию Libertage, компания, которая работает с 12 октября 2013 года. Официальное открытие произошло в Лиссабоне, в Португалии. За все это время, год и 3 месяца, компания насчитывает около 4 миллионов аккаунтов по всему миру. Libertage в переводе с португальского означает «свобода сейчас». Представительство именно в Лиссабоне, дочерние офисы с суппортом, с поддержкой находятся в Италии, в Испании, сейчас в Бразилии, открывается в разных странах. Компания сейчас на взлете. Буквально недавно было собрание руководителей компании. На сегодняшний момент ожидается сильное вливание финансов от 5 новых компаний, причем Libertage превратится уже в международный холдинг, который будет иметь очень большие и сильные активы. Но об этом чуть попозже, когда выйдет новый алерт от компании, мы уже больше разберемся во всем этом. А сейчас просто презентация для людей, которые хотят разобраться в компании, хотят понять, что это, как работать, какие деньги здесь можно зарабатывать. Итак, поехали. Итак, компания Libertage. Компания работает на многих рынках. Я сразу же хочу начать именно с продуктов компании, потому что любая компания должна иметь свой продукт. И вот первый продукт, с которого начинала компания работать, это продукт Life in Box. Зайдя по определенном сайте lifeinbox.com, вы можете зайти на хранилище информации, которое хранит информацию от 10 гигабайт до 50 терабайт, в зависимости от вашего пакета. Это такое своеобразное виртуальное облако, которое позволяет вам хранить информацию, фото, музыку, файлы, которые у вас, может быть, не помещаются в компьютере. То есть это та информация, виртуальная флешка, так сказать, которая позволяет вам хранить информацию вне компьютера. Другой продукт – это ClickMaster. Это то, с чего начиналась компания. То есть вы наверняка видели всевозможные рекламы по поводу продвижения сайта, развития сайтов. Кажется, что это что-то очень сильно сложное. На самом деле все достаточно просто. Когда вы в поисковых системах ищете что-то по своей теме, то, что вам надо, вы видите первую десятку сайтов, которые отвечают вашему запросу. Это как раз таки те сайты, которые имеют самое большое количество просмотров. И поэтому любой сайтодержатель, который хочет, чтобы его товары и услуги продавались как можно больше, хотят быть на вершине рейтингов и топов в поисковых системах. Соответственно, компания раскрутить может любой сайт. Таким образом, любой сайтодержатель может заплатить определенную сумму и получить определенное количество кликов, просмотров своего сайта. Вот этим компания занимается. Эта услуга называется ClickMaster. Вот следующий продукт – это GeoGift. Gift в переводе с английского – это подарок. Сейчас вы видите на экране как раз таки вот накрытый автомобиль вот такой красной накидочкой такой. Это действительно один из призов компании. Периодически компания проводит онлайн лотереи. Лотерея зафиксирована в Евросоюзе под жестким надсмотром законами Евросоюза по поводу лотерей. Есть целый представитель, который контролирует все с точки зрения законности. И поэтому каждый из вас может купить любой из билетов любого номинала, соответственно, в любом розыгрыше участвовать в различных призов. Следующая социальная сеть – это EasyBark. Это сеть, которая позволяет связаться покупателю и продавцу в онлайн-режиме, в чате, когда тот, кто хочет что-то продать или тот, кто хочет что-то купить, связывается на одной площадке, могут это в современном мире очень быстро осуществить в режиме как раз таки этой социальной сети, что является очень удобной вещью для покупателя и продавца. Далее.
Любой человек может заниматься продажами такого продукта. Также еще в компании есть сайт, который позволяет вам заниматься какими-либо играми. Есть люди, которые любят играть в интернете, всевозможные игры, которыми можно заниматься именно через сайт Liberta Games. Далее G-Академия. Это академия интернет-обучения, где каждый человек может получить обучение через интернет в области психологии, философии, технологии работы, что очень на сегодняшний момент важно. Далее продукт – это интернет-магазин, где продаются брендовые вещи, и части своего captive баланса вы можете использовать для покупки этих вещей, для продажи этих вещей. То есть вы можете заниматься продажей достаточно действительно брендовых вещей в интернет-магазине Libertage. Далее. На самом деле есть такой вот кэшбэк, это первый такой бонус, который вы можете получать, исходя из продаж компании. В зависимости от пакета вы можете иметь такой кэшбэк, это обратная скидка при продаже, которая поступает к вам на ваш баланс. Если вы бронзовый пакет, это 10%, и до визионера 25% кэшбэк. Соответственно, можно легко посчитать, даже если продажа осуществляется примерно 1000 баллов, то различается очень сильно доход, потому что если вы находитесь на бесплатном пакете, это всего лишь 100 долларов, находясь на визионер пакете, это 250. Как говорится, почувствуйте разницу в продаже. На все это есть, конечно же, свой такой карьерный план по личным продажам. Сейчас вы видите на экранах. Я сильно в него вдаваться не буду. То есть в данном случае, если вы лично продаете определенное количество продуктов в неделю, в месяц, в год, вы можете получать достаточно серьезные призы, начиная от мобильного телефона, заканчивая автомобилем и виллой. Далее. Сейчас мы подходим к самому главному слайду, то, с чего действительно все начинается. Вы знаете, что мы все делаем задания, выполняем задания в интернете. Задания достаточно простые. Заходя в свой бэк-офис в раздел Tasks, задачи, у каждого из вас появляется определенное количество ссылок, по которым вы можете заходить на определенные сайты и осуществлять просмотр. Если мы берем бесплатный пакет бронзовый, он действительно бесплатный, вам дается возможность проделывать задания 15 заданий в день по 90 секунд, что составляет 22 с лишним минуты в день, и вы получаете 3 доллара в день. 5 дней в неделю, соответственно, 15 долларов в неделю, 60 долларов за 4 недели. Это то, что вы можете зарабатывать на бесплатном пакете, но вы прекрасно понимаете, что это достаточно небольшие деньги, и поэтому я вам предлагаю присмотреться действительно к платным пакетам, которых имеет 5 номиналов. Бустер-пакет, допустим, самый дешевый, стоит 399 долларов. В отличие от бесплатного пакета, он имеет 10 заданий по 60 секунд. То есть это 10 минут в день. Вы зарабатываете 5 долларов в день, то есть 25 в неделю, то есть 100 долларов в 4 недели. Серебряный пакет 899 долларов стоит. В день он зарабатывает 12 долларов. В неделю 60, за 4 недели 240. Золотой пакет – это именно действительно тот пакет, с которого я рекомендую начинать любому человеку работать. Стоит он 1599 долларов. В день он зарабатывает 20 долларов, в неделю 100, в 4 недели 400. Пакет платина – 2999 долларов он стоит. В день это 40 долларов заработок буквально за 7 заданий, за 7 минут. В неделю это получается 200 долларов, в месяц 800. И самый вкусный пакет – это визионер. Стоит он 5999 долларов. В день он зарабатывает 80, в неделю 400, в 4 недели 1600 долларов. Вот прекрасно рассмотрите вот именно этот слайд, вы прекрасно увидите, что любой пакет отбивается за 3-4 месяца. Дальше вы получаете деньги чистым, если вы не занимаетесь построением структуры, а выполняете всего лишь задания в интернете. Знаете, я работаю в сетевом бизнесе 14 лет и прекрасно знаю, что, как правило, получаешь деньги только с того, когда ты строишь структуру, так устроен этот бизнес. А в чем революционная идея компании Libertage? Она состоит в том, что даже если ты не строишь структуру, не приглашаешь сюда совершенно никого, на выполнение заданий ты все равно получаешь деньги.
что делает эту компанию очень привлекательной, что делает очень привлекательными именно инвестиции сюда при покупке любого из платных пакетов. Поэтому я вам советую присмотреться как раз таки именно к платным пакетам, потому что это уже серьезный заработок, который позволяет вам зарабатывать нормальные деньги. На следующем слайде вы сейчас видите именно те деньги, которые каждый из пакетов зарабатывает в год. Начнем с бустер пакета, это вы видите 52 недели в году, это 1300 в год, а вот если мы возьмем визионер пакет, то это 20 800 за год. Достаточно серьезные суммы, в принципе, за очень простейшие вещи, которые вы можете выполнять в интернете. Это достаточно просто. Сейчас вы на слайде видите две вещи, на которых я хотел акцентировать ваше внимание. Первое, еще раз повторюсь, что каждый пакет приносит действительно своему владельцу за год доход более чем в 3 раза, без построения структуры. И на каждом из пакетов вы видите количество гигабайт, либо терабайт информации, которую вы можете использовать в Life and Box, хранение информации. То есть если бы бронзовый пакет это всего лишь 10 гигабайт, если брать визионер пакет, то это 10 терабайт. Это достаточно большой объем информации, который вы можете хранить. Далее. Вот тоже еще одна вещь, которую я впервые встречаю в сетевом бизнесе, это страхование вкладов. В данном случае есть компания Salva Liberta, которая при желании любой из людей, имеющий платный пакет, может застраховать свой платный пакет от форс-мажорных обстоятельств. То есть если форс-мажорные обстоятельства происходят, вы можете застраховать свой пакет сроком до 6 месяцев, независимо от того, что с компанией происходит или не происходит, вам гарантированы выплаты по вашим пакетам, что является очень интересной вещью действительно для страхования вклада. Дальше, теперь поговорим о маркетинге, он достаточно простой. В основном это два вида доходов, простых доходов. Первый это за личное приглашение. То есть если вы приглашаете лично человека в этот бизнес, и он покупает платный пакет, то вам сразу же на баланс поступает единоразовое вознаграждение за личное приглашение. Если вы пригласили человека на пакет бустер, это $30, на пакет серебро 70, на пакет золото это 100, на пакет платина 200, на пакет визионер $300 единоразово на ваш бэк-офис. И второй вид дохода. Заметьте, что каждый пакет имеет свою балловую стоимость. Пакет бустер весит 100 баллов, серебро 300, голд 500, платина 1000, визионер 1500. Что это означает? Это означает, что когда вы подписываете людей, вы подписываете их в бинарную структуру. Для тех, кто не знает, что такое бинарная структура, это от слова B2. То есть у вас всего лишь две структуры. Когда вы подписываете первого человека, вы его подписываете в левую структуру. Когда вы подписываете второго, во вторую, в правую. Когда у вас находится третий человек, то вы пишете опять под первого и так далее. То есть ваши лично приглашенные подписываются друг под друга. Я вам скажу, что как раз таки тем первым, которые подписываются под вас, очень хорошо, потому что все остальные ваши люди, кроме двух, подписываются под них, что является их структурой. Не забывайте, что над вами есть ваш информационный наставник, который тоже подписывает людей под вас вниз. И таким образом у вас создается две организации, одна левая и вторая правая. В этих организациях либо сразу, либо постепенно люди приобретают платные пакеты, и происходит товарооборот из платных пакетов слева и справа. И вам выплачивается сетевой бонус с той организации, которая делает оборота меньше. Я вам скажу такой маленький пример. Допустим, в одной структуре у вас прошло там, 10 тысяч баллов, в другой структуре у вас прошло 5 тысяч баллов. Вот 5 тысяч баллов это и есть меньше оборот, из него исчисляется процент, который вы получаете. В зависимости от пакета это от 15 до 30% от оборота малой организации. То есть если вы бронзовый пакет это 15%, если вы бустер то 20%, если серебро 25%, а если голд и выше то 30% от оборота малой организации. Деньги начисляются на следующий день в раздел баланс. Чтобы видеть ваши баллы в вашем бэк-офисе, зайдите в раздел PGE Points и вы будете видеть движение по вашим ногам по баллам слева и справа, и не только, допустим, за сегодняшний момент, но и за все время. То есть там есть accumulated, есть накопительный объем, который виден слева и справа. Вы будете видеть, где у вас меньшая нога, туда вы и подписываете своих новичков в этот бизнес. Это достаточно интересно в том случае, что в основном в бинарных организациях
старого плана выплачивались деньги только по достижении определенного количества оборота по малой ноге. В данном случае новшество бинарного плана состоит в том, что не имеет значения, какое количество людей в малой ноге, уже с первого оборота малой ноги вам сразу же начисляется вознаграждение вам в бэк-офис. Таким образом, вы должны понять, что именно этих два пакета дают вам хороший доход за личное приглашение и за баллы. Очень многие лидеры, вот я по своему опыту знаю уже, как происходит, настолько уже набрано большое количество платных пакетов, что оборот идет ежедневно. Достаточно приятно смотреть в своем разделе «Балансы» ежедневные финансовые доходы от организации, которые со временем заметно превышают ваши доходы по выполнению ваших личных заданий. И я вот вас, кстати, призываю к тому, чтобы вы ориентировались не на выполнение денег, там, допустим, получение денег от личных заданий, а на получение дохода от вашей организации. Это является именно достаточно очень важной вещью, таким образом вы быстрее приходите к тем деньгам, которые вы можете поставить на вывод в компании. И это очень важно. Далее. Вот смотрите, опять же, вот возвращаясь к бинарному бонусу, все зависит действительно от вашего пакета. Вот, я еще раз повторюсь, что бронза получает действительно 15%, бустер 20%, серебро 25%, остальные 30%. Есть, конечно, ограничение 1 миллион долларов в год. Больше вы не можете получить по бинарной структуре, но я думаю, это действительно очень сильно много и достаточно хорошо для начала. Правильно? Дальше мы можем увеличивать свои доходы, уже инвестируя в какие-либо вещи, которые вы хотите иметь. Вот, поэтому при выборе пакета вы сделаете большой такой вот для себя выбор, потому что всегда я говорю, что действительно нужно начинать с золотого пакета. Почему? Потому что это 30%. Потому что за определенный оборот везде может быть один и тот же, но вы имеете разный процент. Даже при обороте 1000 баллов, посмотрите на разницу, если вы золото и выше, то вы получаете 300, а если вы бронза, то всего лишь 150. А заметьте, если у вас много идет оборот, это гораздо большая разница. Поэтому я вам советую с самого начала покупать от золота и выше, уже иметь четкий процент 30%. С оборота малой организации. Далее, киты. С января введены киты, о чем говорилось давно. Продукт, который вы будете получать на эти киты, пока обговаривается. Для того, чтобы получать бонусы, все бонусы от компании, необходимо приобретать этот кит платным пакетом от серебра и выше. Цены вы сейчас видите. Серебро это 20 долларов, золото 30, платина 40, визионер 50 долларов в месяц. Если бронза и бустер хотят получать, для них это не обязательно, если они хотят получать только от личных заданий, именно бронза и бустер. Если бронза и бустер хотят получать от структуры, то тогда они покупают этот кит. Это для бронзы 5 долларов, для бустера 10. Это совершенно немного, совершенно. Оплачивается кит с 1 по 30 число включительно, то есть в течение месяца. При покупке этого кита в разделе «Финансовые ваучеры» вы можете увидеть этот ваучер, который вы вставляете там в определенные графы и его активируете. Таким образом, вы становитесь активным партнером компании, который имеет право получать деньги от организации. Да? Вот это по поводу китов. Далее. Есть, конечно же, карьерный план для людей, которые хотят двигаться выше. Есть определенные ранги, которые зависят от оборота малой ноги. Все достаточно просто. Оборот малой ноги имеет накопительное свойство. Как только он накапливается до 30 тысяч баллов, вы получаете ранг рубин, подарок планшет. При накоплении 70 тысяч, это плюс 40 тысяч в эмеральд. Это великолепный комплект предпринимателя из ноутбука и проектора, который позволяет именно этому подарку, зачем он нужен. Потому что человек на ранге эмеральд, как правило, он передвигается по разным городам и странам. Для этого этот комплект очень важен, чтобы в любой точке, где он находится, можно было качественно провести презентацию для партнеров. Далее, накопление до 300 тысяч – это Diamond. Там путешествие на двоих. То, что вы укажете размером 6 тысяч долларов. Накопление до миллиона PGA по малой ноге – это двойной Diamond. Это же путешествие на большую семью на лайнере, круиз.
Далее накопление до 5 миллионов, это автомобиль класса люкс стоимостью порядка 300 тысяч долларов. Это тройной Diamond. И Global Ambassador, это накопление баллов по Малоноге 25 миллионов. PGA, это вилла, где вы захотите, вот, где вы хотите ее построить, где вы хотите ее приобрести, компания оплатит. Ну, конечно же, дальше же рассматривается уже включение вас в совет директоров, чтобы иметь процент от мирового товарооборота, это уже отдельный разговор, да. И вот в данном случае вы уже имеете такую карьерную лестницу компании. Далее, знаете, когда я начал здесь работать, я своему вышестоящему наставнику, которого безмерно уважаю, Елену Любку, да, спросил когда-то, когда мы только первый раз познакомились по телефону, совершенно она не знала меня, я ее не знал, и она мне, я ей задал первый вопрос, который обычно задается, как можно вывести средства. Я хочу вам сейчас ответить на этот очень важный вопрос. Первый вариант – это международная карта Libertadge. То есть это карта ASAP, которую вы заказываете на тот адрес, который вы указали в бэк-офисе. Сегодня об этом будет разговор, кстати, после моей презентации. Вы сейчас видите обладателя карты, это Мария Тере из Италии, мой партнер. Так получилось, что она первая получила эту карту. Сейчас очень многие повсеместно их получают. Получив эту карту, вы можете ставить на вывод сумму на эту карту и в банкомате, где бы вы в любой точке мира ни находились, снимать эти деньги. Дальше, вы можете продавать продукты компании. У вас есть на вашем бэк-офисе в available балансе деньги. Available баланс – это значит доступный баланс к выводу. Продавая продукты компании, вы можете использовать собственный доступный баланс. Ваши клиенты могут покупать продукты, а вы их отовариваете через available баланс, тем самым обналичивая свои средства. Третий момент, который очень сильно используется при выводах, достаточно часто, я скажу вам, часто сам его использую, это так называемый взаиморасчет покупки пакетов партнеров. То есть при наличии на вашем бэк-офисе определенных сумм в ваших балансах, если ваши партнеры хотят заходить в компанию, им достаточно просто и быстрее сделать другую операцию, нежели посылать компанию деньги и переплачивать процент. Таким образом, вы можете оплатить со своего бэк-офиса пакет партнеру, ну и таким образом обналичить свои средства. Ну, естественно, трансферы между партнерами, это понятно, трансферы между аккаунтами и вывод средств. То есть таких 4 варианта для вывода средств. Вот, и достаточно большое количество вариантов, которые вы можете для себя самый удобный выбрать. Заказ с карты происходит прямо с бэк-офиса. Вы увидите это на главной странице Dashboard. Когда вы наберете курсором именно на ASAP карт, появится вот такая картинка, вы можете выбрать и заказать одну из 3 карт компании. Отличаются они лимитом вывода средств в год. Допустим, стандартная карта – это лимит 2500 евро в год. А если мы возьмем суперкарту, то это порядка 100 тысяч евро в год. Естественно, они имеют разную стоимость в зависимости от того, сколько вы хотите в год выводить средств на вашу карту. Вот. Есть сайт libertadge.com, который мы повсеместно развиваем, потому что те 4 миллиона аккаунтов, которые ежедневно заходят на сайт libertadge.com, таким образом мы очень сильно развиваем наш сайт. Соответственно, реклама на нашем сайте libertadge.com стоит и новости достаточно дорого. Очень многие говорят, откуда же потоки денег. Все достаточно в большинстве делают ошибку, что они думают, что большинство средств, которые приходят в компании, это именно те, которые купили услугу Кликмастер и рекламируются, то, что мы видим с вами при выполнении ежедневных заданий. На самом деле это очень маленькая толика финансовых потоков компании. Есть очень разные, к примеру, когда вы находитесь на своем бэк-офисе, заходите в разные разделы, вы, я думаю, видите на каждом из разделов везде Google рекламу, да, различную. Вы можете себе представить, если 4 миллиона аккаунтов, сколько же тогда Google рекламы через Libertadge проходит, соответственно, цена Google рекламы для нас от Google достаточно больше, да, и, соответственно, именно на этой Google рекламе компания Libertadge зарабатывает огромные средства. Плюс реклама нашего портала, там тоже реклама стоит очень дорого. Это только одни из финансовых потоков, которые я вам сейчас рассказал, их достаточно много на самом деле, что многие думают, откуда и так далее, да. Итак, еще раз повторюсь про продукты и ресурсы компании. G-Академия. Сейчас вы на экране видите именно тот сайт. Вот многие задают вопрос, почему на каждую
услугу компании есть отдельный сайт. Почему это невозможно иметь именно в бэк-офисе libertadge.com? Отвечаю, потому что если все начнут использовать все продукты на libertadge.com, то серверу очень тяжело будет справиться с этим, плюс с тем, чтобы обслуживать наши задания. Соответственно, чтобы наш сервер не перегружался, мы могли спокойно выполнять свои задания, поэтому все наши продукты выведены на определенные другие сайты. G-Академия, вы видите, gacademia.com, ClickMaster, clickmaster.com, LibertaGames, libertagames.com, интернет-магазин libertastores.com, EasyBark, easybark.com, лотерея GeoGift, это geogift.com, ну и LifeNBox, это lifebx.com. Логин вы вобьете там при регистрации. Вот. Вот это именно те сайты, через которые вы можете зайти. Это то, что знают все сетевики, то, что мы проходили с вами очень много раз. Это квадрат денежного потока Роберта Киосаки. Я не буду на нем сильно останавливаться. Это вопрос отдельной школы. Почему? Потому что для того, чтобы человек вышел из системы найма, ему нужно изучать определенные книги и посещать определенные тренинги. Для начала всем советуется, конечно, прочитать книгу Роберта Киосаки «Квадрант денежного потока», если брать с точки зрения финансирования. От себя хотел бы добавить, чтобы каждый из вас прочитал книгу Бодо Шефера «Money». Знаете, это самая простая книга. Вот, она меня когда-то потрясла. Money – это немецкий очень сильный лектор, очень сильный финансист Бодо Шефер. Money, там рассказывается история о маленькой девочке, которую звали Кира, и у нее была собака, которая была разговаривающей. Ее звали Money, то есть деньги. Сами представьте, когда ты зовешь собачку Money-Money, собачка бежит к тебе, да? Вот эта собачка жила в доме крупного финансиста, и она учила маленькую девочку финансовой грамотности. И вот для тех, кто ничего, ну, очень мало понимает финансовой грамотности, я бы посоветовал с нее начинать. Потому что там все сказано о финансовой грамотности, ну, детским языком, простым. Самое интересное и смешное, что когда эта книга вышла в свет, она стала моментально бестселлером среди взрослых людей. Бодо Шефер Money, я думаю, те, кто читал, знают, кто и... Там всего лишь страниц 50, за часа-два прочитаете. Интересная книга очень. Вот поэтому нужно заниматься развитием. По психологии тоже соответствует. Есть очень много авторов, которые настраивают действительно человека на правильный психологический уровень. От себя же лично, это вот, ну, как рекомендация, не, лично для меня в психологическом плане очень сильно нравится, это Вадим Зеланг, трансерфинг реальности, я вам советую тоже для личного психологического развития приобрести Вадим Зеланг, трансерфинг реальности, любую серию. Вот в данном случае, вот действительно, как применять квадрант Киосаки к Libertadge, да, то есть первый сектор — это те, кто работают в найме. Действительно, они работают в найме за зарплату, они зависимые. Вот я прошлый раз, неделю назад, читал финансовый тренинг о финансовой зависимости, да. Действительно, может быть, это стабильно, но это стабильная нищета, потому что ты зарабатываешь достаточно маленькие деньги. Вот люди с психологией как раз-таки наемного работника при работе в компании выбирают пакет бронзовый, надеясь, что несколько месяцев, находясь на бронзовом пакете, ты заработаешь какие-то деньги, которые тебе помогут решить какие-то свои финансовые проблемы. Знаете, я вам скажу, что никаких финансовых проблем вы не решите на бронзовом пакете. Бронзовый пакет на самом деле существует для того, чтобы попробовать систему, попробовать, как она работает. Ну пусть это будет неделя, две месяца, но не больше. И принять решение действительно переходить в другие квадранты. Если опять совместить вот с квадрантом, допустим, люди, которые не хотят работать по найму, это люди, которые имеют собственное дело, да. Ну, это уже другой уровень работы на себя, да, то есть ты уже берешь ответственность на себя, то, что ты заработал твое, ты не работаешь на начальника и так далее, да. В данном случае я бы тут вот совместил с нашей компанией, это, ну, может быть, бустер, серебро, да. Действительно, человек берет на себя ответственность, действительно он работает, но еще не те деньги зарабатывает, небольшие, но уже он уже имеет какой-то вот такой просвет, он имеет больше, чем бронза, он может уже рассчитывать на
более быстрый вывод средств, да. Бизнесмен, да, это человек, который создает уже бизнес и организовывает людей. Он не одиночка, как, допустим, который работает на себя, у него уже свой бизнес. Есть какое-то количество людей, 10, 20, 30, 100 человек, да. Люди работают на него, он имеет уже большой доход, он получает свободу. Вот я бы совместил с нашим пакетом, это те, которые имеют золото и выше. То есть в данном случае человек, который имеет золото и работает с командой, потому что показать на себе свой пример, то, что он имеет, его начинает повторять, его люди тоже начинают приобретать платные пакеты. А что такое ты золото, и у тебя люди покупают золото и выше? Это уже серьезный товарооборот, это уже серьезные доходы. Это вывод денег быстрый, моментальный, потому что каждый золотой пакет это 500 баллов, если это идет большой поток, можете представить, сколько этот человек зарабатывает. Здесь даже не идет разговор о минимальном выводе 300 долларов на Available Balance. Этот человек конкретно использует вывод путем взаиморасчета покупки платных пакетов в организации. И самый важный пакет инвестор, да, это человек, который отходит от дел. Я всегда говорил, чтобы получать успех, задача лидера прежде всего – это не оставить себе работы. Что это означает? Это означает организовать таким образом процесс, чтобы он уже двигался независимо от вас. И вы уже действительно могли приобрести полную свободу, заниматься чем хотите, путешествовать, отдыхать, зная, что пока вы путешествуете и находите где-то, вы бизнес работает каждую секунду, то есть вы получаете вот эти вот кокосовые деньги, да? Это опять же из Бодо Шефера, я чуть-чуть отвлекусь, представьте себе такую картинку, что вы сидите на берегу Лазурного моря, на каких-то островах где-нибудь в Индийском океане. Вот видели картинку? Белый песочек, голубое море, пальма такая над вами свисает, вы в шезлонге, да? Ваши ножки опущены в голубенькую водичку, приливчик постоянно прибивает к ножкам, вам так хорошо. И тут приходит официант, туземец, приносит вам коктейль из половины кокоса с прекрасным вкусным напитком, с этими зонтиками, палочками. Вы попиваете этот кокос на берегу моря, кайфуете, классно вам, отдыхаете, вечером идете к себе в отель пятизвездочный, открываете свой номер, плюхаетесь в красивейшую кровать, достаете свой ноутбук, открываете свой бэк-офис и смотрите, что вам поступили еще много-много денег, пока вы попивали свой кокосовый коктейль на берегу моря. Вот это называется кокосовые деньги. Отдыхая где угодно, деньги работают на вас каждую секунду. Потому что большие, маленькие деньги зарабатываются тяжелым трудом, а большие легким. Это аксиома. Нравится вам это или нет? Поэтому, когда вы приходите как раз таки на этот фактор инвестора, вот как раз таки начинаете это. Что я вам могу сказать? Либертад же великолепная компания, действительно, вот эта картинка «Золотая рыбка». Поймайте свою золотую рыбку под названием Либертад же, и она вам принесет все, что вы захотите. Это далеко не три желания, которые вы можете иметь. Все желания у вас на блюдце. Знаете, это без пафоса. Опускаясь на землю, скажу вам откровенно, что мою жизнь это очень сильно изменило к лучшему. Это совершенно другое качество жизни. Это совершенно другие заработки в сетевом маркетинге. Это другие принципы в сетевом маркетинге, которые позволяют работать очень легко в вашем бизнесе.